Другим темам: врачи из Кореи вылечили тяжело больного и прооперировали маленькую девочку из Мирного, причем сделали это бесплатно. Алмазную столицу доктора южнокорейской клиники посетили по приглашению медицинского центра «Алроса». Продолжит наш коллега Роман Муконин. Высокие технологии теперь спасают жизни людей. Это на практике доказали гости мирнинских медиков, врачи из Южной Кореи. Не так давно к ним в клинику поступил пациент из нашего региона. Дома его признали безнадежным, а в городе Пусан мужчину поставили на ноги. Действительно, у нас был такой пациент, от которого уже отказались в России, сказали, что мы ничем помочь не можем, только оформить инвалидность и принимать обезболивающие лекарства. А корейские врачи, ну вот то, что они более, наверное, оснащены, они все-таки смогли поставить правильный диагноз и прооперировали, и вылечили нашего пациента. Гости из Кореи не скрывают, их цель – медицинский туризм. Им есть что предложить своим клиентам. В медицинском центре в городе Пусан работают лучшие диагносты, и они готовы обследовать жителей нашего региона. Комплекс в Пусане крупнейший в Азии и объединяет несколько медицинских центров. В штате специалисты всех медицинских направлений. Врачи проводят операции любой сложности. В рамках визита корейские врачи провели научно-практическую конференцию для медиков «Алроса». Подключили и сотрудников на производственных площадках по видеосвязи. Гости рассказали об опыте лечения заболеваний и призвали своих российских коллег активнее внедрять передовые медицинские методики. Следующим шагом в сотрудничестве сторон станет подписание соглашения между медцентром и южнокорейскими врачами. Медики «Алроса» надеются, что в будущем тяжело больных работников компании можно будет лечить на базе центров в Пусане. Коллеги из Азии уже выразили готовность в этом помочь.